Сначала ты был жестким, а потом ослабел. Батл рэп стал модным, и ты снова запел. Но Steam не интересен, как Миллигана песни. Всем привет, с вами Саша Джекернаут. Сейчас мы опять рубаем в Sleeping Dogs. Одели мы тут броньку такую вот. Я не знаю, это броня или что. Она что-то сильно нас обтягивает. Вот, тут таджик метет. Братишка. Ты чё мне показываешь? Вот манерам-то не учили. Ты чё, швабру можешь в задницу засунуть? Блин, он её не берёт. Вот я косой. Короче, ты же полы домоешь. Так, тобой сейчас. Всё, сейчас мы тобой полы помоем. Пойдём-ка наверх. Хочешь полетать? Хотел бы он на люстру его закинуть. О, девушка. Давайте бороться. Я вам сейчас проход в ноги сделаю. Это ограбление. Все. Все, иди отсюда. Она от меня без ума. Вот так надо пикапить. Когда у тебя есть автомат, все тёлки твои. Так, сейчас стырим на скорую. Ушел. Все. Так. Что-то тут это темновато. О, парковка. Давай, узкоглазый, прыгай мою машину. Так. Давайте на грузовике вот на этом погоняем. Ой, боже, что за музыка? Мне надо срочно убавить настройку. То у меня эти японские мотивы уже по горлу. Так, музыка в машине. На однерку или вообще на ноль? Давайте на ноль. Все, сохраняем. Тут музыка еще зависит от того, именно где ты. В какой машине ты сидишь. То есть, если едешь там, допустим, на мотоцикле, у тебя музыка такая играет, ну, более приятная. А вот на этом грузовике какая-то это. Шаулинские напевы. Так, что мы сейчас поделать-то, вот мне интересно. Что делать тут? Ну, сундучок может какой-нибудь открыть. Да, сейчас, пожалуй, надо открыть его. Короче, по всему городу разброшены сундуки. Они с денежками. Их скрываешь. О, мадам, вы выронили сумку. На себе. Ты не гадко. Да. Паркур. Так. Где тут сундук-то, а? Так, вон парковка. Ух ты ж! Ё-моё! Ничего себе! Чувак, ты видел? А ты видел? О! Ну-ка. Ну давай, открывай сейф. Да, на сейф, короче, это не похоже. Так, сундучок. Опа, 10 тысяч. Четко. Так, ну а как обратно? Так же. Эй, чувак со шваброй, а ты чё, так же, да, перепрыгиваешь? Чё-то я мало верю, что ты такой паркурщик. Давай проверим. Да что ж ты такой жук? Сейчас разгон побольше вот наберем. Да. Ё-моё, а.
Блин. Все, чувак скопытился. Так я и не отправил его в полет. Ладно, сами полетаем. Ух ты ж! Ну ничего себе, я исполнил. Чувак, ты видел? Не кури перед мной. Все, выкинул сигарету. Все, красавчик. Понял меня. Не буду забить. Что ты там руками машешь? Смотри, как я ногами зато машу. Ты оценил? Я борец еще, ты не знал? Так. Сейчас мы возьмем. Что-то все машины мне не нравятся. Давайте возьмем мотоцикл. О, сейчас только цвет поменяем. Ну да, я тут прям все вижу. Нравится вот этот какой цвет, пофиг будет. Ну вот такой довольно-таки стрёмненький цвет пойдет. Так, ну вот это считается самым мощным мотоциклом в игре. Сколько тут? 1200 что ли кубов или 1000? Ну он такой тяжеленький довольно-таки. Всё. На нем нельзя козлить как на другом. Я в прошлой серии на нем катался, на другом. Ёп! Фух. Вся жизнь перед глазами пролетела. Так, ну звук я все-таки еще подубавлю. Так, где у нас звук? Сейчас сделаю все на двоечку. Сохранить. Все. Ну, более-менее. Опа, тут где-то сейф есть. А, да, наверное, надо сейчас вниз спуститься. Так. Поворачиваемся. Какое-то странное немного управление на этом мотоцикле. Какой-то этот. Слишком дрифтерский. Опа. Что это такое? Чувак, с ним можно говорить. Ну давай. Так забавно я, короче, этот шлем засунул под крыло. Так, ну давай, что-то там нам предложишь. Комплект мягкой мебели. А, давай, беру. What do you have that's a little different? Hey, iron closet. Pathfinder,我这人无穿无烂呀. Да, да, давай, беру. Okay, братишка. Thanks, Way. The boys will bring it by your place. Я все равно тут миллионер. Так, все, да? Ну что, садимся сейчас опять на мотоцикл. По катушке. Так, где эти громилы сраные? Ага, вот они стоят. Что, сюрприз? Ой, ё. Что я сделал, а? Давай, давай. Ну чё, бакланы. Ты чё мне под зато? На тебе, сволочь, а ты чё? Чё тут ногами машешь? Идут ли хера? А? Ну давай, нападайте. Я побью. Опа. Молодец. Чё ты такой, что нападать? Поплавать хочешь? Я про поплавать, чувак. Блин, сам упал. Так только я могу. Чё, открываем. Сейфик. О, тут код. Не код, а взломать его еще надо. Так, все.
Вот. Вот так вот. Все, открыл. Сколько тут денежек? 200. А, и пистолетик еще. Ну, неплохо, ну. У меня дигл золотой дома лежит. Зачем мне этот горе пистолет? А, тут машин-то нету, ё-моё. Ну-ка, наверху запаркурим. Что ж ты не паркурист-то такой? Главное, как выписывать вертушки, так ты это у нас грациозный мастер. А как вот по вот этим вот выступам залезть, так ты это не в состоянии. Опа! Сколько тёлок. Так, ну надо сразу показать, что я с серьезными намерениями. Шмара. И пошла, как ни в чем не бывало. Мадам, вы что? Вы что, ё-моё? Ничего себе, ну-ка. Иди сюда. Понятно. Ну-ка, если так. Вот, вот это я исполняю. Блять. Как я их ненавижу. Сразу три. Вы издеваетесь. Сразу три мусора, давай в сраку. Ран, Вася, ран. Так, надо сейчас срочно до машины до какой-нибудь добежать. Блять. Ёпта. У меня уже четвертый этот уровень разыскиваемости. Капец. Набираем, набираем, набираем. Бля, где ж дорога-то тут? Ебучий Гонконг. Сволочи, за мной бегут. Зигзаг, зигзаг, зигзаг. За, 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 за. Ты сволочи. Стреляешься тут. Ага, вон все, вроде бы. Дорога рядом. Ха-ха. Очку мне. А где машины? Блять. Я утрат даже скутеру бы. Ого, вон машина. Блять, уехал. О! Иди сюда. Ёб твою дивизию! Вот жестоко меня отымели. Блин. Капец. Вот, блин. Это ж смешно вообще. 9000 собрали. Ну ладно, пойдет. Такс. О, Rolls-Royce. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, давай, вылази. Делись машина. Все, моя. А ты что думал, в сказку попал? Нифига. Так. Опа, мотоцикл. Ну-ка, какие у вас тут мотики? Ну стой. Чёрт, какая. Какой такой мотоцикл? А, обычно. У меня в гараже такой же стоит. Ты чё мою машину помял? Ты помял мою машину, я помну твою. На тебя сделаю. Блять! Пидорасы какие. Этот мотоцикл горит, сука. Куда, куда? А, сюда. Оп. Убираем. Батя, сволочь. Так. Догоните мусора. Чуть не вылупился. Такс. Таксист свалил нафиг. Все, мы мусоров за борты. Я за вами, конечно, не вызову. Все, минус один.
Блин, этот Rolls-Royce 3 часа разворачивается. Блять, еще одна приехала. Короче, это бесполезно. Выбегаем и бежим. Выкосы, выкосы, все. Выкосы. Я это знаю. Так, блин, тут спуск только. Ладно, короче, надеемся, что они тупорезы. А, в натуре тупорезы. Смотрите, ну сейчас. Опа. Паркур, блядь, прям под мусок уебался. Так, что у нас тут? Опа, ну все. Сейчас я вам покажу гибрид через карабуса. Эти жизни-то мало. Надо сматываться. Ну, гони, 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 придурок. Хотел вся эта Рэмбо почувствовать. Постреляться, фиг там. Ну-ка. Блин, другой камень стреляет из окна. Плохо, плохо. Сколько же их там?